Дарким студию. Теперь самое интересное начинается. Есть люди, особые люди. У меня, сами понимаете, уже начинают пошли поздравления. Через несколько часов у меня будет 72 года. Знаешь, что такое 72 года? Это по астрологическому календарю 6 раз по 12 лет. Для меня это юбилей. Вот, каждые 12 лет мы меняемся. Я даже верю где-то в это. Вот, не знаю, что будет дальше со мной. Вот. И что такое подарки в студию? Я никого никогда не просил подарков материальных. Если в вашем саду выросло что-то из моих косточек, семечек, из моих черенков, из саженцев железа, фотографии и короткий текст. Вот это подарки я просил, каждого день рождения прошу. И у меня уже вот такая папка. Теперь смотрим свежие подарки. Итак, подарки в студию. Посмотрите на этого парня. Озаглавлена фотография Максим и Серафим. Серафим – это дерево. Максим – это, я так понимаю, внук того, кто сейчас позвонил. Позвонил Макаров, волшебник. Это должно к нему прилипнуть. Не просто Макаров, волшебник. И паспорт надо переделать. Вот. Макаров, волшебник Иванович. Или там еще как-то. Обнинск. Это Подмосковье. Прибывались? Вот. Серафим увеличил 2 раза. Устраивает вас? Мне да. Еще внимание. Теперь мы попадаем в Брянск. Там, где самые крутые специалисты по калечению деревьев в институте. Но мы про них не будем. Мы будем говорить про Олега Олеговича Мезенова. Вот. Я все время подчеркиваю, основа нашего компании, как она назвала, не могу уважать вашу компанию, заставим уважать, составляет инженеры и инженеры. А Мезенов кто? Шофер-дальнобойщик. А вы знаете, какой он фильм прислал? А он сейчас, наверное, в этом, посмотрите. Да я должен от гордости лопнуть и от зависти застрелиться. У него персики мои во что превратились-то? Гостевой свежий ролик. Сейчас здесь показывать не будем. И вот одна из его фотографий. И вот почему показываю медленно, смотрите. Кстати, обратите внимание на форму скелета. Вот. Если бы он написал, вы знаете, вот, подскажите, что делать с деревом, там листик засыхает. Ответ был бы такой. Уничтожить все ветки на кольцо, кроме центральной. Вот. Но дураков нет. Вот. И получается, что Олег Олегович присылает эту фотографию. Вот они, счастливые дети, где. Вот. И пишет. Ваш крупноплодный, второе плодоношение, дерево, 4-й год. Вот. И теперь что? Вы помните, что у меня есть абрикос, который я назвал крупноплодный железо, и посекнул. Крупноплодный железово – это временное название. Временное. Я сказал, я подбираю название в память не только уже про Боднара говорили, что Череша Боднар станет именем нарицательным. А вы знаете, что Фаина уже на чужих сайтах? Пусть мошеннически, но она зажила своей жизнью. Название Фаина. Вот. И так и тут заживет своей жизнью абрикос Боднара и заживет своей жизнью уже не крупноплодный железово, а абрикос, ну, догадались? Вот. Ой, Латенков. Вот. У нас нет другого пути выковечить своих настоящих гениев. Ну, а дальше, знаете, как интересно, смотрите. Вот, посмотрели, а теперь давайте письмо почитаем. Я люблю такие письма. На выходных буду дома. Это Брянск, это Олег Олегович. К нему ваши деревья, все абрикосы плодоносят. Просто они настолько вкусные, что сфотографировать не успеваю. Было обильное плодоношение, королевское. Хотел сфотографировать, но перед этим решили попробовать. В общем-то, когда вспомнил, что надо фото сделать, из 60 плодов на 3-летнем абрикосе осталось 10. Так, смотрим. Еще раз. А это он там мне написал еще, что ему прислали фотографии, подразнили его родственники. Подразнили. Ну что? Посмотрели? Снова Макаров. Так, Серафим.
на улице и в саду еще увеличится в размере. Полюбовались. Это не все фотографии, а это. Алексей Иванович, все не успел. Полюбовались. Полюбовались. Ого. Брянск. Ну, это абрикос Яйсберг, черенок от Крамаренко. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Вот. Теперь так. Посмотрели. Подарки приняты. Есть что показывать, есть что. Но это не все подарки. Давайте так. Днем рождения, здоровья, любви, признания ваших трудов. А ваши растюхи шелковицы тоже вас поздравляют образованием корней. Вот результаты зеленого коренения шелковицы. Зарезал в квартире на 20-й день. Сфотографировал донышки аквариума. Это, кстати, очень интересно. Любуюсь появившимися корнями. Скоро уже высадка на грядку в сад. Ваши труды не пропали даром. Ваши саженцы растут по всей стране и радуют нас своими плодами. Вот тут вы правы. На всю ширину и на всю эту. Все уже свершилось. Ваша технология выращивания и ухода за деревьями прогрессивна и понятна всякому здоровому человеку. Вот. У нас много здоровых людей, которые понятия не имеют. Она была бы понятна, но они не знают, что она в принципе существует. Ну, вот он подарок. Вот один. Так. Это укорененная шелковица. И сфотографировано днище. Вот она. Вот. Ну и последние слова я выделил. Ваши слова. Вот. Признание вашей работы состоялось. Вот. Не состоялось. Горько говорить. Вот. Не знаю, сколько мне стало жить. 6 циклов прожил. Вот. Жизнь была нелегкая. Страшно, тяжелая физически и морально. Вот. Чего стоило только сожжение молодыми парнями моего сада, 5-гектарного. Вот. Но признание, так же как Боднару и Латинкову, не пришло. Вот. А это комплимент. Спасибо, комплимент. Мы всегда это, в комплиментах лучше, чем на самом деле. Ваш ученик Алексей Алексей, и я пишу. Спасибо за деньги. Вы мне выслали деньги в подарок. Кроме вот этих, еще и 1000 рублей. Я вас благодарю. 5 фильмов будет сделано за ваш счет. Да, за ваш счет будет сделано еще 5 фильмов. Потому что я за монтаж фильмов, это работа, плачу 200 рублей. Вот, спасибо, Алексей, вы мне это. И вы, понятно, прислали, может, на бутылку коньяку, не знаю. Но потрачу я на фильмы. Анатолий Потапенко. Вот, снял урожай. А то начали падать после урагана, собрали, сварили варенье, а эти косточки остались. Доложу друзьям, а это что осталось? Посмотрите. Та-та-та-та-та. Вот так мы и победим страну. Победим невежество. Но, к сожалению, наш путь очень долгий, очень-очень, десятки лет. Вот.